друзья, в этом видео вы сможете узнать, когда выйдет 5-я серия турецкого сериала «Постучи в мою дверь» и что будет в 4-й серии. 5-я серия выйдет на экраны Турции 5 августа. Русская озвучка она будет на следующий день. Напомним, в 4-й серии турецкого сериала «Постучи в мою дверь» мы увидим, что Эда решила выяснить у Серкана, по какой причине он сегодня встречался и обедал с Селин. Причем девушка это сделала в присутствии своих подруг, что очень сильно возмутило Серкана. Она захотела знать, почему он ей не рассказывал про эту встречу. А Серкан считает, что он не обязан отчитываться перед Эдой. Он никак не может ожидать подобной наглости от Эды. Он спросил у нее, хорошо ли она сегодня себя чувствует. Только Эда попросила подыграть ей, ведь в этот момент все внимание было пристально уделено именно им. Когда Эда и Серкан отправились на рынок, то Эда была поражена поступком Серкана, так как он оставил работнику большие чаевые. Девушка поняла, что Серкан никогда раньше не был в таких местах и не знает, как надо себя здесь вести. Так как это было простой игрой, то Эда решила и дальше ее вести, делая вид, что встречается с Серканом, и он в нее по уши влюблен. Только по этой причине она готова делать любые глупости. Она смотрит с большим удовольствием, как на все это реагирует сам Серкан. Вскоре Эда решает в очередной раз подшутить над Серканом и спрыгивает в бассейн. Серкан очень сильно испугался за нее и сразу же бросился спасать. Но он снова пришел в ярость от того, что Эда так просто пошутила. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на наш канал и обязательно пишите комментарии. До скорой встречи! Хорошего вам просмотра!